поддержка финансовых компаний. Официально был открыт акселератор «Инспираша» в Иннополисе 19 декабря. Главной задачей акселератора является финансовая и экспертная поддержка молодых российских компаний с потенциальным выходом на международную арену. Приоритет будет отдаваться компаниям, работающим в таких направлениях, как блокчейн, оценка кредитных рисков, безопасность, банковские технологии и открытая инфраструктура. Подать заявку на участие в акселерационной программе можно на официальном сайте акселератора.